это не он. Он увеличился и танцует эмоции. Хорошо, давай станцуем эмоции вместе. Хочешь скупнуться? Нет, холодно, ты что? Нет, давай, иди скупнуться. Андрюша, лучше не нужно уже, потому что ноги будут мокрые, и мы заболеем. Каких я ракушек пособирал и лучше твоих карасей. Андрюша, ничего ты не понимаешь. Карась такой добрый. Он, смотри, он знаешь что? Он сейчас будет, наверное, в Фортнайте танцевать вот эти все эмоции. Да. Не смеши меня своим карасям. А именно, у него много танцев. Ну, все танцуют, как и в прошлый раз. Еще такой карась там иногда танцует. Еще есть вот такой. А ты ж, наверное, будешь такой думать, что карась такой плохой, почему я тут танцевать? Окей, ну что это все означает в эти танцы? Какой прикол их танцевать? Ну, Андрюша, например, вот этот танец, TakeZL, он значит, если ты, например, победил врага, например, в Фортнайте, в королевской битве, то это значит, что он лузер. Например, ты это танцуешь, и он лузер. Еще есть такой танец, это тоже как TakeZL, только с WCW. Это тоже значит, что лузер, например. А карась это наоборот добрый, и он такой хороший всегда. Он никогда не токсичит, когда убивает. Он наоборот хороший. Вот это добрые танцы. Вот карась их часто танцует. Еще есть банан. Банан тоже добрый, и он тоже эти все танцы танцует. Ого, Владик, откуда это ты все знаешь? Ну, я же играю с первой главы, как только почти Fortnite вышел. Я это все знаю. Ну вот я хочу карася купить, но у меня есть только агент карась. Ну он тоже очень добрый агент карась, он тоже... У меня вот есть эмоция вот такая вот. И я ее танцую часто в Fortnite. Танцы значит просто, ну, если это, например, вот... Я уже рассказывала про TXL, вот это все, что оно значит. От разных типов. Есть токсичные, как там, как TXL эмоции, только скины. А есть добрые, антитоксичные. Караси банан. Мне этот лузер понравился. Буду прикалываться с всеми. Владик, а где ты получил от Фортнайта? Просто я видел в Ютубе сначала видео. Потом сам я решил скачать и играть. Вот мне понравилось.
смотришь, смотри, начинается Fortnite Dance Challenge. Так, это тебе. Ой, сейчас упаду. Это Артуру. И это мне. Это вам всем. А еще я сейчас вам затанцую. Какую вам можно эмоцию затанцевать? Вот эту. Это тебе. Тебе. Почти так. Андрюша, наша удочка шевелится. Точно хочешь эту? Давай, давай, показывай, буду искать. Ну, как хочешь. Раз, два, три. Что? Как, что, как это? Это что, карась? Это не он. Он увеличился и танцует эмоции. Так, надо, что мы будем дальше с ним делать? Мы же его не приготовим, но на ужин нет. Нет, конечно, давай его к себе приютим. Вот это круто, будет с нами карась жить в доме. Я буду играть в Fortnite, и он, блин, что, я буду играть в Fortnite дома, и карась будет смотреть. Карась, давай станцуем эмоции вместе. Видишь? Вот это плохая идея его домой забирать. Вот он не хочет, вот он, вот ему воды не хватает. Да, он любит море, купаться. Давай его выпустим. Так, уменьшайся. Все, карась, пока! Пока, карась! Твои эмоции были самыми крутыми. С тобой очень весело. Карась!